Что-то к нам никто не присоединяется почти. У нас теперь супер быстрый интернет здесь. Всем привет. Любима готовит супер восстановительный борщик на новой нашей кухоньке. Привет Киеву, Новосибирску. Куда хорош жрать? У меня теперь реабилитация, надо хоть как-то восстановиться. Жира во мне не было обнаружено, сосали, насосали 180 граммов. Показать лицо? Да нормально, симпатично. Ну, вот такое лицо. Вот тут ниточки торчат из глазиков еще. Вот одни. Вот вторые. Вот третьи. Остальные ниточки, думаю, не стоит вам показывать. Посмотрел Бориса про бесполезность БЦА. Но у каждого есть свое мнение по этому поводу, а я уже давным-давно проверил, перешел к БЦА, как и, в общем, все мои знакомые. Привет с Украины, как себя чувствую, гораздо лучше. Киев тут. Что на лбу? Ну, это чтобы нитки не болтались по лицу, они там закреплены пластырями. Оперировали глаза, губы. Нити вставили в лицо, ну и мою любимую задницу, меняли форму. Передать, пожалуйста, привет мне Федовой Наталье. Передал. Харьков, привет. Артему, привет. Саш, как привлекать много клиентов в зале? Честно говоря, не знаю, у меня такой проблемы не стоит. У меня многие клиенты тренируются более 10 лет и очень плодотворно. Новые, кто приходит, ну, как правило, это сарафанное радио, никак иначе. Почему сиськи сдуют? Так это уже было давно. Таганрог, Таганрог, привет. Нью-Йорк, спасибо, и вам респект. Кадовска, в понедельник,